А в принципе, я мог сегодня реально прийти сюда, я не знаю, голый, в маске клоуна, большим бы цирком это от этого не стало. То есть к правосудию это не имеет никакого отношения вообще. Вот. Я напомню, что я здесь поддержать Самуриддина Раджабова, Егора Жукова, всех остальных фигурантов московского дела, которых преследуют. И только потому, что некоторое количество человек уже осудили, это не значит, что им нельзя помочь. Способы, как помочь, их очень много. Можно помогать семьям, можно помогать деньгами, можно писать письма. Нужно дальше приходить на суды, потому что это привлекает внимание к этой всей истории. Вот. И хочется отдельно подчеркнуть, что такие люди, как я, мы не оппозиция, это не политический жест. Это вещь, которая касается абсолютно любого, вне зависимости от взглядов, там, воззрений и так далее и тому подобное. На наших глазах творится реально исторический какой-то, ну, без мата тяжело сказать, но просто ад. Вот. И о котором еще все очень крупно пожалеют, если он не прекратится. Призываю всех, на самом деле, изучить это. Не верьте мне, не верьте никому. Просто в интернете сами поищите максимальное количество информации по этому делу, и вы будете просто вынуждены будете прийти к тому, что говорю я. Я просто вам это гарантирую. Спасибо большое. Спасибо.